Одну можно. Обычного окуня его, ему отдай. А что ты это? Я этим был. На, Юрец. Два хотя бы воды набрать. Вон, видишь, рыба плавает? Вон. Сейчас, наверное, середки много налою. Вон, видишь? И там одна плавала. Под верхом. Сейчас подплывет сюда, ближе поднимать буду. Как? Под пауком, вот, смотри, в середине они почти. Вон, солнечные. О. Уже поболее. Чуть бок закинем. Так а какую на них приманку, если они хищные? Никакой получается. Так чисто полу закидывать, ну, подымать. Червей охапывали. Нет, то когда на камеру снимали, на водокачку, она об камеру билась, об эту кнопку, вот это центральное включение-выключение. Она же блестящая. Да. Не, а чем и какие-то такие висюльки блестящие. Вот дождика нацепить, да? Да попробовать потом ночью половить его. Может быть, он ночью будет ловиться. Я тогда на утро наловлю себе рыбу. О, еще нормально. Да здесь покрупнее он, да? Черпаком удобно его брать, да? Чем руками. Руками долго, а так раз черпанул, сразу все. Потом, давай сейчас, ну, на ту сторону обойдем, там на скате половим. Потом, ну, тут и сюда пройдем. Там, наверное, уже высохло, нету грязюки такой, чтобы пролезть можно было. Вода уж лёга ушла, а была вот, подсюда. Я когда ловил, рогатка в воде была. Ну вот эти две торчали, а если удочку ложить, то она была в воде. И одну что-то украл. А на сетку ни разу не попадалось, да, на дорожку там, этот окунь. Какую-то, наверное, форму такую какую-то, не знаю. Хотя на уте дорожки когда раньше. Ну когда вот очков было двойка. Ну там, где красноперка такая попадалась, ни разу окунь не попадалась эта. Ну да, обычно окуня было много. Так он там путал дорожку. Постоянно дырки были. В этом году запускали сюда, да, там споймали. О, давай его сюда отпустим. В этом году по 10 штук за раз вытаскивал. Ну я тогда 10 штук, ну здесь по 5 вытаскивал самое больше. 10 штук это на том берегу, где мы залазили. Сейчас мы как раз сюда пойдем, только через скат пойдем. На скате тоже там много было рыбы, когда на ту смену. Ну только там обычные были окуни. И змей пару штук сидела. Я на скате ловил, и туда вот это, в бок, где дерево. Там закинул. Обратно иду, уже змеи сидят на этом, ну, на досочках. А сегодня дорожку тут уже проверяю, тяну, смотри, какой. Передо мной проплыла. Небольшой. Это хвост только. А, там обычный. Давай Юрику отдадим. Там вот две даже. Селедка и окунь. Юр.
Серег его прям смачно кушает.